Сегодня на площадках университета мы слушаем лекции, доклады и участвуем в мастер-классах именитых специалистов в области акушерства и гинекологии. Нашим специалистам удается услышать последние новости в области науки и практики. Действительно важные вопросы поднимаются на этой конференции. Ну, во-первых, что такое репродуктивное здоровье? Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день это проблема на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Хабаровском крае. У нас, к огромному сожалению, высокая распространенность заболеваний органов репродуктивной сферы. Предгалидарная подготовка очень важна, поскольку это профилактика врожденных пороков развития. Они занимают ведущее место в структуре младенческой смертности. Но в прошлом году в России родилось без малого почти 90 тысяч детей с врожденными пороками. И как сделать так, чтобы детки рождались здоровыми, счастливыми, об этом будем сегодня говорить. Чем дальше регион, тем меньше вероятность поступления каких-то новых знаний, новых технологий. И Хабаровский край, да и вообще Приморский край – это огромная территория, разбросанная. Часто бывает учреждения специализированной помощи, поэтому вот такой двухдневный тренинг, двухдневный такой лекционный преподавательский курс, он способен очень многое изменить в практике врачей, которые работают в столь отдаленных местах. Возьмите простого врача. Он работает, ну вот, например, Чукотка или Камчатка. Но это очень далеко. Это очень далеко, несмотря на то, что сейчас есть интернеты. Сейчас все связаны с друг с другом. Но, тем не менее, создается ощущение, человек, он один. Да, у них есть коллективы, но они вот варятся в собственном соку. А здесь, посмотрите, такие маститые спикеры приехали. Говорят о последних достижениях родовспоможения и акушерства гинекологии не только Российской Федерации, но и зарубежного. И понимаете, вот такое вот лично, вот у меня такое ощущение, вот команда, мы все вместе, мы пойдем вперед, мы не одни. Я считаю, что это имеет огромное значение.